сумасшедший полицейский арестовал меня, и мне пришлось убегать от него. Сначала он превратился в сумасшедшего повара, а потом и вовсе стал гигантским роботом-полицейским, который хотел меня в кошачий рог скрутить. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, и тогда мы точно убежим от сумасшедшего копа. Товарищ полицейский, ну выпустите меня. Я же случайно положил этот вискас в карман. Он все равно был просроченный. Я потом пукал весь день. О, медвежонок, здорово, как дела? Пойдем отсюда скорее. Здесь скучно, мрачно и невесело. Давай, парнишка, шуруем скорее. Устроим этот побег от этого пухлого полицейского. Вряд ли он нас догонит. Откройте. Ёшкин матрешкин, это что такое? Паркурчик. Аккуратненько. Чуть не плюхнулся. Какая-то кнопочка. Воу! Неплохо. У нас есть все шансы отсюда выскрыться. Бежим скорее! Ёшкин матрешкин, а вот и полицейский. Он нас заметил. Отстаньте. Это не я. Это другой кот. Я не воровал вискас. Ну, пожалуйста, отпустите меня, товарищ полицейский. Я не виновен. Я буду жаловаться в коллегию котов. Опаньки, а как тебе такое? Ё-моё, я думал, он залезет сюда. Ха-ха, он тоже попукивает, между прочим. Видимо, он тоже лопал просроченный вискас. И парень какой-то застрял. Товарищ полицейский, я наверху. Хе-хе-хе, видимо, ваши вторые подбородки мешают вам поднять голову. Снова какая-то вентиляция странная. Куда она ведет? Оу, это туалет! Прикольно. Меньше всего я хотел оказаться здесь. Ё-моё. А вот здесь, кстати, я избавлялся от диареи. У-у-у. До сих пор зеленый дым здесь стоит. Ё-моё. У нас что, под тюрьмой подземелье? Да как это возможно? Пол это лава. Сейчас поджарит кота на шаурму. Ёшкин матрёшкин, это опасно. Но ловкий кот справляется со всеми неприятностями. Что за мостик такой хрупкий? Воу! Тут можно рухнуть и превратиться в жареную сосисочку. Ё-моё, что за дверь страшная? Какие-то шипы. Не думаю, на них лучше не прыгать. А то прям в пукан. И будет больно. Огромные шары катятся. А я успею добежать. Оу, понял. Ё-моё. Парень прям через шар пробежал. Что это за магия такая? Научи меня, дружочек-пирожочек. Отличненько. Вроде они куда-то все укатились. Правда, непонятно, откуда они появляются и куда они катятся. Опаньки. Опять полицейский. Ё-моё. Он как какой-то средневековый рыцарь. Что за рычаг? А, он меня сейчас схватит. Быстрее бежим. Отстань. Ё-моё. Надеюсь, он не умеет залазить по лестнице. Серьезно, парень? Хе-хе-хе. Это странно. Но забавно. Куда я бегу? Что происходит? Почему здесь все поломанное, странное и старое? Вроде я куда-то выбрался. Кнопка, которая не работает. А, нет. Она просто обнуляет этот лифт. Ладно, поехали наверх. Может, там что-то есть интересное. Я, наконец, выберусь из этой сумасшедшей тюрьмы. Здрасте, мордасти. Это куда это мы приехали? Видимо, надо выпить коктейльчик. Воу, это что, энергетик? У-ху! Вот это да! Я как Флэш! Даже больше похож на Соника! У-ху! Если бы я так реально умел бегать, то я бы все время в школе всех обгонял. И мне бы на физре постоянно ставили пятерочки. Ё-моё! Я чё, рыгнул? Прям как из попы. Зеленый туман вышел. Да, это было бы странно. Если попа была за место лица.
какая-то дверь непонятная. А здесь у нас кнопка и лестница. Отлично. Где-то она нам точно пригодится. Ё-моё, пролезть не могу. И куда нам ее ставить? Прям под вентиляцией. Сейчас главное залезть в это отверстие. Отличненько. Опаньки! У-ху! Неплохо. Здесь у нас что происходит? Вентилятор дует. Только почему из него летит снег? Или это пенопласт? Что это такое? Отличненько пропрыгали. Повезло, повезло. Огромные трубы. Ну, естественно. Вы думали, будет легко выбираться из тюрьмы? Фигуль на рагуле. Здесь все продумано. Чтоб хитрые коты отсюда не сбегали. Отличненько. Здесь какие-то трубы и вентили. Понял. Надо им все перекрыть. И быстренько бежим к следующему. Хорошо, что они располагаются рядом. А то я уже устал здесь носиться. О, все перекрыли. Быстренько бежим наверх. Куда-то мы уже пробрались. Воу, еще вентиляторы, что ли? Что здесь происходит? Это какой-то гигантский кондиционер. У-ху! Опа, девчуля улетела вниз. Недолет. Бывает. Меньше надо кушать вкусняшек, чтобы быть легким, как пущенька. Но это было не так сложно, как я думал. Опаньки. Это что, теперь мы вверх будем лететь? У-ху! Я вертолет! С первого раза запрыгнул в трубу. Великолепно. Ё-моё! Там толстый полицейский теперь стал поваром. И как нам пройти? Он нас заметил. Сейчас сковородка огреет. Ёшкин-матрёшкин. Что это такое зеленое? Он в меня плюнул, что ли? Базука. Ха-ха, прикольно. Это базука, которая стреляет едой. На, получай горчицей. И всем, что в ней есть. Воу, что происходит? Я в него плююсь какими-то коричневыми, желтыми, непонятными слизями. Ё-моё! Получай, толстый повар! Ху-ху-ху! Нечего было столько лопать. А то, видишь, сам лопнул. Неплохо, я стреляю едой. Зеленое это яблоки, а коричневое это гамбургеры. Забавно. А здесь у нас что? Надеюсь, нам сюда. У-ху! Американские горки! Ё-моё! Вот это полет навигатора. И какая-то огромная лестница, как обычно. Выход! Серьезно! Наконец-то я сбежал отсюда! Куда я лечу? А, там еще лазеры! Ё-моё! Вот здесь надо аккуратно. А то сосиски из меня сделают. У-ху! Отличненько. И мне надо найти какие-то металлические пластины. Видимо, они располагаются здесь. А вот и они. Как их поднять-то? Они тяжеленные. Положим вот сюда. Берем следующую. И тащим за собой. Главное не рухнуть. Замурчательно. Давайте-ка возьмем вот эту, чтобы не бежать за третьей. И просто ее переместим сюда. Отлично, это выход. У-у-у, серьезно? Там гигантский робот-полицейский. Ё-моё! Опять стреляем в него едой. А он какими-то шарами непонятными. Что происходит? Надо отбить ему пушки. Оу! Отлично! Минус одна лапа. Сейчас отстрелим вторую.
Он уже бесится. Тебя надо в психушку отправить. Сумасшедший коп. Повезло. Вот это его закрутило. Как на карусели. Отлично. Базука, которая стреляет едой. Это очень круто. Если ты голодный, достал ее из кармана. И запустил пару бургеров себе в рот. Или друзьям, если они тоже голодные. До свидания. Всем удачки. Пока-пока. Я поехал. Походу, далеко я не уеду. Это что такое? Опять какие-то стрелочки. Ладно, я побежал. Видимо, там есть что-то интересное. Только придется снова лезть наверх. За время всех этих приключений я, наверное, похудел килограмм на 20. От таких физических нагрузок. Оу, что это такое? У-ху, вы все арестованы. Нечего воровать вискосы. Ну что ж, коты, я надеюсь, вам понравился видосик. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем до скорых встреч.